Хей, йоу, гайз, с вами Шимки, и мы продолжаем проводить игру по названию Трайн. Так, у моей уже этой лучницы маны нету. На самом деле, это очень плохо. На самом деле, это достаточно плохо. Поэтому нужно... Блин, у меня больше никто... занимается с... магией. Они ко мне все равно забраться не могут. Вот и поплатились. Ладно вам. Скилл вы дали. Как мне от скелетов этих поджигателей избавляться? Вот как. Теперь все понятненько. Блокируют ноги, и нам ничего сделать не могут. Ладно, убью их всех. Боже. Гоняй их по кругу, как детей. Готово. Да хватит вам. Сколько вас еще будет? Вы что, бесконечные? Я не понимаю. Я лично так могу бесконечно делать. Ой, ладно. Лучше буду за лучку играть. Прыг, прыг. Наверх. Может, я еще что-то пропустил? Да не, ничего не пропустил. Ладно, повышаем. Что можно вам повысить? Так, тебе что можно повысить за единицу? Ничего. Поэтому теперь две доски существуют одновременно. Можно подождать и вкачать ему вот эту способность, поэтому... Как-то так. Блин, я что, не зажег тебя? Так, а вопрос... А, точно, я ж могу делать вот как. Как мне тебя достать, баночка? Ага. Такс. Да, ё-моё, ты что, поднять не можешь? О! О, там еще что-то спрятан, сундук был какой-то. Найдены наручи. Уменьшает урон от попадания по рукам.
Я думал ГГ. Отлично. Тихо. Ему нужно было. Нам нужно выбираться отсюда. Это путь к замку. Мы уже близко к подземельям. В замке должна быть еда. Вперед в замок! Блин, а там можно было спуститься. Ладно, попробуем вернуться на... А, я понял. Попробуем. Блин, плохо то, что маг... Маг атаковать не может. Блин. Наши герои входят в замок через подземелье. Рыцарь погрузился в воспоминания о детских временах, когда темные коридоры таили в себе кучу загадок. Пауки были маленькими, а кости аккуратно сложены по углам. Меня дрожь пробирает от этого места. Это подземелье. Именно так здесь и должно быть. Не бойтесь! Со мной мой меч и мой плащ! Я сокрушу всех врагов и приведу нашу армию к победе! Мы непобедимы! Да-да, я верю в тебе. Ау. Хотя больше факела не нужно будет зажигать. Оба враги. Сказать, что они сложные, нет. Ну, давай залазим быстрее. Блин. Thank you.
что, все же железо? Черт. Это плохо. Это плохо. Готово. Черт. Нужно где-то килки искать. Так уровень воды поднимать будешь? Ага, и сколько тебя ждать, пока ты вернешься? Вау! Ну, черт. Ладно, подерусь пока с ними. Хилку выбью, выбью. Мне хилка нужна. Давай. А, у меня же теперь по 3 стрелы, точно. Как мне это пройти? А, ну, в принципе. Если так только. Если так, то да. Тут у нас шипы, там рычаг у нас есть. Пойду за рычагом. О, он скелетика бьет. А не, показалось. Зажимает. Получай. А, я все равно урон получил. Потряс. А, ну ладно, все концаны, в принципе.
заглянула к нам. Куда оно? Хочу выше. А не, можно, можно. Я думал, меня шестеронки раздавят. Нифига себе. Местечко. Пауки меня немного напрягают. Здесь понятно лучше, кем играть. Ля-ля-ля-ля-ля. Водосток, водосток. Тварь. Может пригодиться. О! А зачем мне кулак нужен был? О, все вижу. Заметил. Сундук. А что у нас в сундуке? Один зачарованный кристалл здоровья. Так, уменьшает урон попаданий. Так, зачарованный с помощью магии предмет, который увеличивает зелье здоровья. Так, увеличит эффект от каждого зелья здоровья. В принципе, у меня вот этот боевой, и он в основном такой самый в атаку идет. Камень здоровья. Да, дай ей. Отдай девчонки лучше. Отлично. Блин, на самом деле я хотел... Куда это я? И куда ж это я попал? Ого, это сюда нужно было даже идти. Level up. Так, у меня уже троечка есть. На два. И здесь у меня два, да, есть. Ладно, не буду ничего вкачивать. Блин, я там много всего пропустил. Жаль. Ага. А тут у нас что-то есть? Вообще, вообще ничего. Эх, кажется, так оно и есть.
Ну, поехали. Там еще святилище. Готово. Это оказывается не босс. Босс бы так быстро не поляк. Level up. Ого. Нужно туда сходить. Это что у вас, слепая точка? Я бы мог, в принципе, так сделать. Сделать так. И пройти. Ботинки. Уменьшает урон от всяких там болот, лавы и шипов. Там мертв. Как-то так. Да, я сейчас все равно к алтарю пойду. Воскрешу его. Блин, а я еще так. Блин, да, он медленный. Здесь он плавает плохо. Что думать? А я не успеваю, да? А. Да, по 3 стрелы пуляет. Королевское знамя. Символ выглядит точь-в-точь как артефакт, который мы ищем. Что же это за артефакты? Второй артефакт, тот, что связан с разумом и могуществом, защищал замок и придавал сил королю и его людям. Артефакт был защищен мощными заклятиями, и только те, чьи помыслы чисты, могли прикоснуться к нему. Десятилетиями многие короли и рыцари пытались приблизиться к артефакту, но в туне. Легенды гласят о благородном и справедливом герое, который придет и сумеет взять артефакт. Но, подойдя к воротам, наши герои осознали, что нежить захватила замок целиком. Некогда прекрасное место превратилось в обитель ужаса. Все. Как-то не похоже на замок, о котором вы говорили. Нет, я не могу поверить. Они... Разрушили. Разрушили все. Нужно поторопиться. Поторопимся.
Я понимаю, что на кнопку лучше не наступать, потому что там что какая-то херь будет потом. Найти. Воровка, воровка, воровка. Вот тут Карла. Вот тут Карла присматривает за волшебником и усиливает его заклинание, уменьшает расход энергии на девиации предметов только для волшебника. СБ. Я как раз оно хилит, потому что оно усиливает все от ХП. Там еще было зелье. Готово. Берем мага. Черт. Черт. Где вы, клинки? Как же вы надоели. Готово. Лучник керов. Да, что это мне даст, но должно что-то дать. Одному разберемся.
Окей, давай я тебя отсюда застрелю. Ладно, давай вручную. Я проскочил. Так, колчан скорости для воровки. Что дает этот колчан? Так, колчан скорости позволяет воровке быстрее заряжать лук. Следующий уровень позволяет воровке заряжать лук еще быстрее. Такое на самом деле. Давай, давай, давай. Хилы забирай. Ну, попрыгали. Где враги? Там хп. Там хп. А, я иду забирать. Значит, там враг. Эх, ты говнюк. Думаешь, я тебя... Ладно. Возьму воина. Вы понимаете, я сейчас здесь сохранюсь, да и все. Живой еще там находится, лазит. Ладно, давай, короче, здесь остановимся. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем. Давайте подстрелим. О, готово. А, не, не готово. И всем пока. Так, и всем пока.